Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Сани. Давай начинать. А с чего начнем? С того, что ты хочешь. Ну давай, как я хотел сначала дот. Так, наверное, понадобится моментальная загрузка для твоих построек. Это турель, да? Это большая пушка. Можешь залезать наверх. Так, ой, я ничего, сел на стульчик. Так, ага. Сложное управление вообще прям. Ну довольно много раз. Тут есть снаряды, реально. Оно получается не просто пушками стреляет, тут есть всякие. Ой. Ну и тут есть всякие типа снаряды, которые будут стрелять. Так, давай я готов. Сейчас я хочу посмотреть, как ты будешь заряжать. Все, получается вот так. Тут выдвинулось, снаряд сюда задвинулся. Потом активируешь поршни, да? Помочь? Ну как хочешь, давай. Вот тут постоянно нажимай. Вот это там просто сильно далеко вроде. Так, пушка поднялась вверх. Зачем-то? Так, теперь поршни все... выключить надо. Не, она все сломалась. Нет, все поломалось. Где пуля? О, я вон я вижу. Зарядка не удалась. Если бы это была настоящая пуля, то тут бы все бы уже взорвалось. Было бы больно. Так, получается, вот выдвигается снаряд. Он сюда прям. Теперь нужно нажимать на эти поршни. Давай я сам. Ну я помочь хотел. Он слишком может быстро заталкиваться из-за этого лага. Так, ну сейчас снаряд никуда не упал. Он там внутри стоит. Да. Так, умненько, какая комбинация, правильно? Я давно. Во. Видишь, выезжает там магнит такой, который как раз цепляет снаряд. Так, давай. Включай его. Снаряд активируется и огонь. Огонь. Давай куда? Да куда хочешь? Давай туда. Смотри. Смотрю. Бабам. Прикольно, давай я тоже хочу попробовать. Снаряд отцепи вот эту железку. Типа. Все уберу. Так, убрал? Да, убрал. Давай. Теперь нажимаю на поршень. Ой. Снаряд. Главное, не трогать. Так, давай сейчас быстрее катись. Че так долго? А конструкция такая себе, из-за этого я сделал все медленно, чтобы. Короче, как игрушка такая прикольная. Так, выдвигается, мне надо еще один поршень включить. Понял. Еще один? Да нет. А, ну да. Последний поршень. Все, можешь всех задвигать назад. Так. Когда он там лежит. А теперь смотри. Можно я? Сейчас я тебе скажу, смотри. QE поворачивать башни. TG это поднимать стволы и опускать их. Только пока не верти. А. Т и Г. Так, видишь, он выпал. Ой. Эти был включить магнит. А, да. Так, а да, что еще может эта пушка? А, смотри, что может. Я не доделал вот этот механизм и хотел сделать себе вот тут, смотри. А, вторую пушку не доделал. Да, вторую не доделал, я просто туда снаряды не наложил. И вот тут просто не сделал, ну, вот эти штуки. Их ничего не расставил. Мне тоже тогда лень было делать. А вот сюда на середину я хотел, чтобы вот отсюда вело примерно, и вот отсюда такие два ответвления на одну середину, чтобы этот как раз снаряд тоже заполнялся внутрь. Так, понятно. И пушка может разворачиваться, подниматься, опускаться, ну все, что нужно для пушки. Окей. Может заново загрузить, потому что тут патроны кончились. Давай. Ну, мне кажется, просто пушки было поставить гораздо легче. Не, я хотел, чтобы типа было пореалистичнее как-нибудь. Ибо пушки, ну, такое себе. То есть, первый механизм был вообще сложный, очень. Там как снаряд каждый раз выпадал. А. Я стой не нажимаю, потом пусть. Вообще ничего не нажимаю. Последнее осталось. Живёт своей жизни. Тихо. Да, нажимаю последний. Так, все, теперь это удалять надо. А не, то есть задвинуть обратно. Нормально, нормально. Сейчас я сделаю, чтобы если чего не выпал снаряд еще раз. Включи магнит, да. Магнит задвинь. А вот ты включил магнит, чтобы снаряд не выпал, и теперь давай я попробую стрельнуть. Смотри, N или русская Т это выстрел, там, а понимание опускать ствола, ты знаешь. Так, ну давай сначала подниму эту пушку. Да, лучше ее сильно быстро не поднимай, чтобы не было голова. Все, огонь. N. Давай. Пуф. Турель стрельнула, ну далеко. Ну, вот да. Также тут еще механизмы и все получается. Давай посмотрим следующую постройку. Да. Давай авианосец покажу тебе. Подходимся. Давай. Так, это большой корабль авианосец. А где у него вход снизу, если? Нет, надо залетать. Так, иду. Так, вот здесь такой кружок, вообще круглый. Так, спасательная шлюпка. Ну, да. Ну и самолетик, конечно, сам. Сейчас я попробую полетать. И типа отцепление на П.
типа парашют. У него есть парашют. Вот, видишь? Ты когда летишь, типа можно нацепить его. А как ракеты включать-то хотя бы? Сзади я просто ракеты. Авианосец улетел. Магия произошла. Где? Хорошо, давай я попробую самолетом полетать. Сзади, да? Облети. Только единственное, у него пропеллеры не крутятся. А, пошли. Могу показать тебе пасхалку в носу есть. Так, сейчас. Ну, получается, так бум-бум, я взлетаю. Носу есть пасхалка, да? Сейчас. Не пасхалка, а так, можно сказать, чил место. Это неудобно. То, что тут ракеты сзади надо нажимать. Лучше я потом на кнопку сделаю. Так, а что тут за пасхалка? И смотри, типа можно вот так сесть, смотреть вдаль, как корабль плывет и разваливается. Прикольно. Так, сейчас мы попробуем на этом выплыть в море. А что, зря что ли старался? Ай, ой. А, что это такое? Просто я не могу ракету выключить, когда мне надо. Ладно, все, типа припарковался. А, сейчас, меньше еще конфеты возьму. Так, давай, включаем воду. Поехали. Поехали. Поплыли. Так, на какую кнопку? А, вот, смотри, у меня тут сетка есть, типа вот для самолета, когда садится. Угу. Я хочу проверить шлюпку, как она работает. Она просто спускается? Да, потом если что, если... Ну, типа, я просто вообще никогда не отплываю, я просто нажимаю, фиксирование твича и все, и я потом просто вот эти ремешки удаляешь и все, и плывешь. А, ну там просто вроде... просто обычно такое на масле делают. Нет, не просто. А почему ты вперед не плывешь? Только так. Не знаю. О, так слишком близко, быстро, то есть. Ай. Ай! Ай, я внутри тебя! Что творится? Помогите. Что происходит? Один самолет перевернул весь авианосец. Если бы такие самолеты были бы, вот, то уже бы никакого флота не осталось на земле. Меня подожди, давай я на тебя припаркуюсь. Катапультируюсь. Я ловлю. Лови меня, я катапультируюсь. Чуть-чуть осталось. Нет, назад. О, мягкая посадочка. Впервые я смог по назначению пользоваться парашютом. Ура! Поехали вперед теперь. Так, а давай я попробую поуправлять. А ну, давай, плыви. Самое обычное управление, ВАСД. А, хорошо, давай. Вставай, да, и там можешь мое место занять почетное. Давай, я вниз. Давай. А что тут есть за клавиши? А, это там вот сетка выезжает, там фонари у меня есть на клавиши. ЛТ. Да, фонарики включаются, пушки. Еще что есть? Ты там живи только. Ну, там пушки управляемые, которые поворачиваются. Сетка там может выдвинуться и задвинуться. Да. Это для самолета, когда они вот садятся, типа я не... Ну да, если не успели остановиться, чтобы их в сетку врезались. Че, падаем в стиральную машину? А нет, потом ты не выживешь. Я прыгаю. Ну я никогда не видел, что большой авианосец вот так у стиральной машины стоял. Так, хочу внутрь, хочу внутрь. Ой! О, все, я внутрь. Нет! Ты живой? Я да, я живу. Ты где? Я внутри. Нет, я сейчас умру. Нет. Живи, там вода хорошая. Теплая. Она не убивает? Да, давай. Сейчас при первой же возможности садись на корабль. Я вот залез. Вон в ту шлюпку. В ту шлюпку. К шлюпке готовься. Я, наверное, не допрыгну. К шлюпке иди, к шлюпке. Меня запугало. Сейчас бегу. Давай, беги к шлюпке. Бегу. Это единственный шанс. Я понимаю. Не прыгнул. Давай. Да. Все, там сиди. Что, ну, со шлюпкой. Как швейцарские часы. Я думал, ну там уже выжить было бы невозможно, мне кажется. Ну если бы там вода убивала, да. Там живой? Ты меня бьёшь в них. Там живой? Всё, я открепился, я сам поплыву. Ну давай, плыви. Если бы не эта шлюпка, ты бы уже под водой бы находился. Я помер. Эх, жалко тебя, хороший был. Ну все, я тоже тут до конца уже доплыл. И, в принципе, на этом корабле можно воевать хорошо, доплывать до конца, спасать людей из воды, и стиральной машины даже огромной. И вообще, корабль на все случаи жизни. Хорошо, все, спасибо тебе, что показал свои постройки. Всем пока.